В арсенале секции ЦВР есть также советские спортивные луки конца 70-х годов, с которыми участники объединения «Армир» не раз выигрывали турниры, а также облегченные детские луки из стеклопластика. Новички стреляют именно из такого. Рассмотреть разные виды оружия и научиться им пользоваться теперь можно на занятиях молодежного общественного объединения «Армир». Английский лук, лонгбоу так называемый, значит, это, можно сказать, реконструкция лука средневекового. Значит, из таких луков у нас тоже стреляют. Вот, он сделан из нескольких слоев древесины. Значит, как бы центральная рукоять есть. Ну и, в общем-то, достаточно тугой. То есть вот здесь натяжение около 20 килограммов. Главная задача – уметь обращаться с оружием и попадать точно в цель. Занятия проводят опытные педагоги. По их словам, выйти на хороший уровень возможно уже после 2-3 занятий в неделю. Научиться стрелять достаточно несложно. Сложнее научиться попадать. Для этого нужна постоянная практика по стрельбе. Хотя бы 1-2 раза в неделю приходить и стрелять. Да. Ну, что касается занятий наших, то сейчас у нас все на начальном этапе тоже находится. Сейчас у меня ребята просто учатся попадать в мишень на дистанции 10-15 метров. Чем больше натяжение, тем больше дальность полета стрелы. Обучаться стрельбе из лука под силу детям с 12 лет и взрослым. Желательно, чтобы не было противопоказаний по здоровью. Начинающим спортсменам снаряжение предоставят в клубе. Позже нужно будет обзавестись своим. Записаться или задать интересующие вопросы можно в группе молодежного общественного объединения «Армир» ВКонтакте. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.